Всем намасте, меня зовут Настя. Сегодня у нас мукбанг, вареники с картошкой и с луком, и салат. Сейчас расскажу, с чем. Так, сначала посыплю лучок, сейчас все расскажу. Так, у нас салат, кедровые орешки. Я не пропала. Случились технические проблемы. Так, сметана, майонез сразу. Плюс майонезом. Так, ну они пока горячие должны быть, не знаю. Так. Уже не очень. Только что достала. Теплые. Нежнейшие. Сама готовила. Это тесто оставалось от пельменей. Нужно было куда-то девать. Картошку я отварила. Все. Я же записала видео на прошлом воскресенье, да, были блины, такое видео, ну, красивое было вроде. Я приехала, я весь день мучилась этими блинами, приехала на дачу, села смотреть его, а там звук, как будто бы поезд едет или трубы шумят. Ну, в общем, с микрофоном что случилось. Это мой любимый салат. Руккола. Помидоры. Вяленые томаты. Авокадо. Можно огурец. Кедровые орешки. Масло и бальзамический соус. Авокадо. Вяленый томат еще у меня. У меня еще масло авокадо, можно оливковое масло использовать. У меня есть масло авокадо. Такой салат очень часто ем. А, ну так вот. Ну что, я так расстроилась. Я еще не могу же. У меня еще нет 500 подписчиков. И я не могу в сообществе выложить пост какой-то, написать, что так-так. Скоро будет 500. Я могу, единственное, что от того видео, это выложить превью, картинку, как это выглядело бы. Блин, ну, мне понравилось, так красиво выглядело. Я еще полдня на эти блины потратила. Так не люблю блины готовить. Так, я помню, что в том видео я показывала. Попробую пройти по тому, о чем я говорила. Это я еще раз показываю витамины для тех, кто не любит досматривать до конца. Вот, B12 веганский. Где-то на 2,5 года хватает. Ну, там надо почитать, как дозировку правильно. По-моему, пол таблетки раз в неделю, по-моему, что ли. И вот, D3. Вот это веганам обязательно, насколько мне известно. Ну, это я по собственному желанию. Но тоже знаю, что многим людям оно нужно. D3 витамин. На Озоне. Вот это. Это, кстати, не знаю, где сейчас купить. Раньше на iHerb'е продавалось и на Озоне. Не знаю, еще остались ли они. Все, так, по витамину все. Что еще хотела сказать?
О чем я там рассказывала? Я вспомню. Говорила, почему я чешу нос. Но сегодня, кстати, уже не так. И сегодня решила... ну сегодня картошку не чистила, ничего не делала. В общем, у меня аллергия. Для тех, кто не смотрит видео, опять же, не слушает, а просто увидел, что чешу нос, сразу истерит. Аллергия. Бывает. И зуд, это тяжело очень его контролировать. Так прикольно. С хрустящим луком. Прикольно хрустит. Так, дальше. Так что не пропадала. Прошу прощения. Я еще на даче ничего сделать не могу. Потом я приехала, у нас заболел там один работник. Пришлось за него выходить несколько дней. И вот только сегодня я освободилась. Хотя он спросил еще на сегодня. Мы там нашли. Человека. Этот салат обожаю. Не вспомню, про что рассказывала. Помню, рассказывала про путешествия. Где я была, по-моему, путешествовала ли я, люблю ли путешествовать, где была, в общем, про путешествия. Я говорила, что я не путешествую, я в подростковом возрасте была только где-то с родителями, ну там 13, 14, 15, помню, 16, может быть, тоже, значит, с родителями, где я была. Были же кемы, несколько раз были. На машине ездили. Я, отчим, мама, сестра. Потом там мы через всю Россию, считай, объехали. Останавливались в некоторых городах крупных, типа Волгоград, Ростов. Ну так, чисто посмотреть. На родину мать. На Волгу, в Ростове, на Дон, естественно. В Геленджике мы там в Новороссийск ездили. Тоже там гуляли по всяким достопримечательностям. Я помню, что мне очень нравилось. Аквапарк какой там шикарный. Не знаю, на тот момент, не знаю, сейчас ездить больше, на тот момент это же был один из самых крупных аквапарков России. Золотая бухта. Потрясающе. Я там везде прокатилась. Ну, мне было на тот момент сколько там? 16, по-моему, последний раз, когда мы ездили лет. Там нельзя было, или может меньше 16. В общем, там самые большие горки были, которые камикадзе. Вот единственное, на них я не успела прокатиться. Так на всех каталась. Я вообще не люблю экстрим, от слова совсем. Более того, я вот даже высоты побаиваюсь. Ну, я так поняла, это когда нет подо мной ничего. А там же горка, я же как бы получается на поверхности. Вот там мне очень нравится. В Алтай с родителями ездили, тоже в подростковом возрасте. Ну, потому что здесь он рядом.
Я не знаю, у нас все ездили, наверное, в Алтай. Кого вот я знаю, из знакомых, незнакомых спроси, мы все были в Алтае. Мы что-то недалеко. У нас там сколько езды? Блин, я могу ошибаться, может, часов 5. Не знаю, не помню точно. Так же, как Шерегеш. Тоже недалеко. Ну все, больше нигде не была. Ну, я не знаю, люблю ли я. Не то, чтобы я прям горю или страдаю. Ну, говорю, что я хочу срочно куда-то, или страдаю от того, что я нигде не была. На границе имею в виду. Я не представляю, как это возможно, как мне одной куда-то ездить. Не представляю. Знаю, я, честно быть, я боюсь. Я, по-моему, памяти мало. Ну, если это видео сорвется, я вообще расстроюсь. Не знаю, так что... Надо как-то бороться с страхами. Мне не с кем ездить. Может быть, когда-нибудь с сестрой. Чем я свободное время занимаюсь, еще был вопрос. Я помню, я люблю читать, какие книги люблю. Люблю лежать. Мой любимое мое времяпрепровождение свободное. Я читаю немного. Честно скажу, немного, но хочу больше. Бы хотелось. Мне тяжело сосредоточиться очень. Мне даже поэтому йогой это тяжеловато заниматься, в плане того, что нужно сконцентрироваться, отбросить все мысли и быть здесь и сейчас. У меня мысли постоянно улетают. И причем и также с книгами. И неважно, интересно мне, неинтересно, у меня очень часто мысли прям. И со сном также. Все время мысли. Нету любимых жанров. Ну, антиутопию я люблю читать. Наверное. Что-то психология. Сейчас по детской психологии. Как он там? Гиперрейтед. Не увижу. Общаться с ребенком как? И этот воспитание сердцем. Тоже не помню, кто автор. Посткроссингом мне нравится. Ну, открытки отправлять. Особенно люблю в группу вступать, где по тематике какой-нибудь. В основном по Гарри Поттеру или что-нибудь такое. Или по Луне, по космосу. Такие, там просто обмен такими тематическими. Йогой занимаюсь. Еще вот у меня такого желания возникло. На коньках кататься. Фигурных.
Я даже сходила, уже померила. Но опять же, вот это вот, как мне пойти туда одной на каток? Помимо того, что я интроверт, ну, это как бы не особая проблема. А я еще социофоб. Это я куплю. Я должна как-то справиться. Для себя. Раз хочется. Салат-бомба. Да что греха тарить, варенички тоже ничего. Очень вкусно. Сейчас мне вообще некогда. У меня дача. Там грядки. И все на мне. Минутика. Варенички. Вкуснотень. Варенчиков могу много съесть. Из-за того, что видео пропало, и меня что-то 2 недели не было. Я попытаюсь. Сегодня в этом неделе плохая погода. Дожди каждый день. И холодрыга. На дачу не поеду. Постараюсь записать еще видео. Как бонус вместо того. Это все, это просто моя любимая еда. Одна из любимых. Как вкусно. Это было очень вкусно. Нож чешу сколько хочу. Чешу сколько хочу. Психуйте, не психуйте. Ну все, я съела, наелась. Я к следующему видео подготовлю еще вопросы. Я все читаю. Все скриню, на все отвечу. Так что не переживайте. И если я пропала, это значит, это не я не специально, я не значит, что я не хочу снимать. Я очень хочу, правда, мне очень нравится. Это просто что-то случилось, видимо, по технической, может быть, части, или что-то на работе меня вызвали, или я на дачу срочно уехала. Ну, что-то срочно случилось очень. А сейчас, когда, если будет 500, я смогу в сообщество выкладывать какие-то посты, писать что-то, все это случилось. А я, может быть, телеграм завести, я не знаю, уже об этом подумала, если будет интересно. В общем, ладно, благодарю всех за просмотр. Всем чао, какао.